И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы расскажем об известной певице. Несмотря на скандал, который разгорелся вокруг возможной подтасовки результатов телешоу «Голос дети», в котором дочери Алсу досталось первое место, звездная певица все равно собиралась принять участие в Евровидении в числе соведущих. Алсу планировала появиться на телеканале «Россия-1», который в этом году освещает престижный конкурс. Певицу заранее выбрали в качестве глашатая. В прямом эфире она должна была объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят зарубежным конкурсантам. Зрители оказались недовольны тем, что на фоне скандального расследования по итогам голосования в программе «Голос дети» певица сама не сложила своих телевизионных полномочий. Приличие требует самоустраниться, если международному престижу страны грозит скандал. А западные средства массовой информации вполне способны его раздуть, просто применив формулировку «была замешана в истории с подтасовкой». В результате решением телеканала певица была отстранена от участия в конкурсе. Вместо нее результаты выступающих артистов будет доносить до публики Иван Бессонов, великолепный молодой пианист, финалист конкурса «Синие птицы». Комментатор Евровидения на канале «Россия-1» Дмитрий Губерниев, узнав о том, что глашатаем конкурса вместо Алсу станет Бессонов, сказал, что это прекрасная кандидатура. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!